Нет! Ответь мне нет! Что главное? Ответь танку, что самое главное в жизни? Ответь танку, блядь! Ответь, чтобы я не кричал, блядь, не повышал голос, не понижал давление, блядь, в этом танке. Это пиздец, нахуй, я не могу уже, и у меня сил не хватает, это уже... Что-то мне... Это, блядь, не до ума дело доводит. Ты меня разводишь на что-то, что ты хочешь? И... Нет. Что ты меня замутил? Замутила меня? Я тебя слышу. Я не знаю, я тебя слышу, говори, что ты хочешь, окей. Хорошо, говори, зачем ты здесь вообще? Я тебя не слышал, что ты до этого говорил, а теперь все слышу. Не я, а ты, блядь, во-первых. Не что, а кто. Да. Не заработать, а разработать, правильно. Мне можно разработать уже нормально что-то интересное? Подай идею, давай. Что, Галя? Расскажи историю, давай. Не говори уже. Не надо говорить это. Все, не говори, я не могу это слушать. Мы расстаемся. Я не знаю, это пиздец. Нет, нихуя. Открывай форточку, я лезу. Открывай форточку, я лезу. Снимай штаны, сейчас я слезаю. Снимай штаны, я слезаю. Снимай штаны, я слезаю. Ты не понял меня? Ты не понял меня? Мне нормально, я слезаю с штаны, снимай. Я герпес, ты меня понял? Зови меня так теперь. Нет. Ты меня понял? Ты меня не понял? Ты меня понял или не понял? Я не герпес, блядь, я не герпес, прием, ты меня слышишь? Алло, какие войска нахуй? Какие войска? Назови сначала войска. Александр Геннадьевич Шатрудинов, заместитель генерала фактора этих, блядь, генштаба танковых войск России, Сталин, 15-37-85 ЦГБ, КГБ, ТНТ. ТНТ. Давай, говори, блядь, теперь. Говори, говори, какие войска, блядь. Какие войска и в каких ты, блядь, там существуешь. Чё ты, блядь, ну чё ты, блядь, м? Ну чё ты, блядь, стал, замешкался весь такой, весь, блядь, нервничаешь, сидишь, блядь, непонятно. Как такое? Московские войска. А? Да расслабься, блядь, расслабься, блядь, просто войска назови, какие ты предал. Какие-то войска предал, называй быстрее, не могу уже записывать это.